Горожан приглашают сформировать общественный бюджет. Каждый житель города может предложить свой социальный проект. Подать заявку можно будет уже 9 октября. А вот сотрудники коммунальных служб принять участие в конкурсе не смогут. Реализуют проекты победители конкурса в 2018 году. В этом проекте будут участвовать только жители нашего города и общественные организации. В положении о общественном бюджете мы исключили возможность участия коммунальных предприятий и коммунальных установ, так как в предыдущем проекте мы увидели, что это, наверное, не совсем корректно, и коммунальные предприятия, коммунальные установы должны решать свои вопросы через городские целевые программы.